Вот кто-то у нас пока еще не надел наушники кое-кто, но это кое-кто, не кто-нибудь, а сама... Да-да, я регалии-то перечислю. Телеведущая, певица, композитор, автор песен, участница 4-го сезона «Голоса», ведущая «Орла и Решка». Это все Регина Тодоренко. И еще первая женщина-телепутешественница, которая совершила кругосветку. Ура! Ура! Да-да-да-да-да-да-да! Доброе утро всем! Ой, какая бодрая. И счастлива обладательница кружки «Стота Кутунью», которую, я не знаю, зачем-то с собой все время Регина возит. Ну не ври. Купила где-то, видимо, в путешествии. Мы сегодня, знаешь, такой новости животрепещущей обсуждаем про YouTube. Хотят закрыть его в России. Как лично ты относишься к этому новостному поводу? Будешь ли ты скучать по YouTube? Ну, я считаю, что это какой-то консерватизм. Зачем закрывать нам... входы и выходы в social network. Правда, смысл. Там столько материала интересного можно посмотреть. Я считаю, что YouTube-каналы некие, не все, развивающие достаточно, и я очень часто пользуюсь ими в путешествиях, если ищу какую-то интересную музыку. А я смотрю, как растут щенки-хаски в прямом эфире. Хосята в шоколаде называется канал. Это же мои мимимишки. Извините, как пользуешься активно YouTube'ом? У тебя канал свой там есть? Да, у меня есть свой канал, я выкладываю там разные видосы. Как раз в большинстве преобладают музыкальные видео. Я делаю кавера на свои же песни. Да. Ого, как? Иногда... А, ты под гитарку? Да, под гитару. Акустика. Я объясню, там палатки на заднем фоне, костер горит. Да перестань! В шапочке с петушком Регина такая. Нет, у меня есть совершенно... У меня есть совершенно прекрасная гитаристка, ее зовут Наталья Павлова. Доброе утро, Наташа! Да, ты думаешь, она не спит, да, сейчас? Я уверена, она, в принципе, никогда не спит. Она творит, вот. И мы с ней садимся иногда и... в процессе импровизации придумываем наши песни. Так вот возникла песня «Ты мне нужен», так возникла песня «Мама», так возникли, в принципе, все песни в моем альбоме. Все песни на российской эстраде вот так вот возникли. Садилась Регина с гитаристкой и перепевала свои песни. Ну, вот раз уж мы заговорили уже о песне «Мама», да? Там есть такие слова «Мама, ты не волнуйся». Часто ли ты заставляла маму волноваться? Как ты отжигала в подростковом возрасте? Я тебе скажу, что мама волнуется всегда. Ты отжигаешь. Что бы ты ни делала. Да, она даже все мои молодым людям, всем моим, которые все есть, всем передаю привет. Ребята, вас у меня много. Она говорит о том, что не связывайтесь с ней, не надо, пожалуйста. Она за них волнуется. Да, да, она съест вам мозг, выест глаза, сведет вас с ума. Ну, я тебе больше скажу, твоя мама сейчас тоже волнуется, потому что ты сидишь здесь без шапки. Пока мы будем Регине надевать шапку, давайте послушаем ее песню «Мама». Ухожу и вновь возвращаюсь.
Регина, она и танцует, и поет, и, кстати, с детства этим занимается. У нас сегодня в гостях Регина Дубовицкая, друзья. Да, перестань, перестань. Уточняй, какая Регина. У нас же народ что может подумать? Нет, у нас Регина Тодоренко. Регина Тодоренко, естественно. Доброе утро еще раз. Утро на телерадиоканале «Страна ФМ» продолжается. Валерия Майорова, Кирилл Исаков и масса вопросов, которые мы хотим задать Регине. Ну, я вот все, во-первых, про маму, во-вторых, про танцы. Детство у тебя было такое насыщенное. То есть ты и пела, и танцевал. Ты жить-то успевала? У меня было все по графику. График был плотнее, чем сейчас. С 4 до 5 свидания с мальчиком. А он такого не было, это было по ночам. Нет. Я была вахтером улиц. Я уходила самым последней, я закрывала улицу, приходила домой, говорила: мам, все нормально на улице, все тихо, спокойно, можно собираться в школу. Слушай, это отличный рэп-трек. Вахтеры улиц. Это все впереди. Да, все, я понял. Ты спланируешь, да? Конечно, обязательно. Я очень хочу сделать какую-то коллаборацию с рэпером, желательно с Бастой. Вот, если Вася меня слышит, я готова с тобой зачитать, вернее, ты зачитаешь, я спою. Так, а если с Бастой не получится, запасной аэродром кто? Скриптонит. Скриптонит и... Грибы с грибами. Грибы, грибы. Нет, на самом деле, мама у меня... Мама на велике будет песня. Да, мама на велике. Мама у меня очень переживательная, и эту песню как раз мама я написала для того, чтобы она не волновалась все-таки. Я понимаю, что это никак не скрасит ее одиночество, там, скуки по мне, да, какой-то, вот. Поэтому это как маленький подарок. И поэтому, мамочка, с днем рождения тебя. У тебя скоро день рождения, и с Новым годом, и с Рождеством, и я люблю тебя. Сейчас она всем приветы будет передавать. У меня такое ощущение, что не скоро повидаешься с мамой. Да, правда. Это, возможно, будет через пару месяцев. Потому что я улетаю снова в путешествие. Куда опять на этот раз? В новый сезон улетаю. Я думал, в Новосибирск улетаю. Нет, в новый сезон улетаю. Улетаю в Африку, Таиланд и Индию. Неплохо, нормальный набор. Кстати, этими странами, именно Индией и африканскими странами, я вдохновляюсь больше всего. Именно там, мне кажется, над этими странами в воздухе было написано большее количество песен. То есть ты прям в самолетах, в аэропортах все пишешь, не прекращая? Да. Все дело в карри, я понял. В карри? Карри, да, Индия. Да. А, карри! Кто о чем он о еде? А я о еде. А какая тебе страна больше всего нравится? Так, ну я же сказала, что африканские страны. А там много стран. Мне нравятся все африканские страны. Выкрутилась. Самое страшное, опасное, не опасное. Мне нравится Намибия, мне нравится Эфиопия. Это самая. Одна из самых грязных, наверное, стран в мире, но такая она колоритная, такая веселая. Кстати, такая же веселая, как моя музыка. Если вы послушали уже мой альбом, можно сделать предзаказ на iTunes. Вот, предзаказ то... еще пока придет. Да, завтра уже выпуск альбома, все нормально. Можно уже завтра будет послушать, купить, приобрести. И, где-нибудь своровать обязательно. А в iTunes можно воровать? Есть схемки? Я научу тебя. Мы сейчас отправим человека по карманам пока. Можно воровать с моего iTunes, я тебе перекину. Я просто знаю одного исполнителя, который умеет воровать песни чужие. Так. Не будем. Да, я не знаю. По поводу того, что у меня... В основном музыка веселая. Из 13 песен есть одна грустная. Из 13. В основном же все люди поют: ты не любила, я тебя тоже. Мы поговорим об этом подробнее сразу после короткого выпуска информации полезной. Страна FM и студия 89.9 рекомендуют. Каждый четверг слушайте в эфире программу «Концертный зал». К нам в гости приходят известные и легендарные артисты. 1 декабря в концертном зале Митя Фомин. Начинаем в 6 вечера. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Когда ты танцуешь, я отдыхаю. You light my fire, толком не понимаю, насколько ты дорогая. Откуда я тебя знаю? Уйти с тобой не каждому по карману. Пусть занимаются самообманом, а я попытаюсь. Воздух жадно хватаю. Ну все, внимание мое на тебя. Импровизирую. Прости, тут как-то очень душно.
ты танцуешь, я просыпаюсь и понимать не понимаю, но знаешь, я все же пытаюсь понять твою безусталость. Уйди с тобой на каждому по карману, ну и пусть занимаются самообманом. Не жарко, у нас тут горячо, потому что Регина зажигает. Я просто очень люблю песни Монатика, я его фанатка. Я с ним дружу, иногда очень часто звоним и спрашиваю: Дима, слушай, как ты считаешь? И как он обычно считает? Он говорит: столбиком, Регин. Он отвечает, не-не, он иногда отвечает как мудрец. Ну, ты понимаешь, судя по этому, либо если поглядеть с другой стороны... Такое. То есть он философ такой. Да-да-да. Жизнь скоротечна, Регина. Да, да, да. Поэтому то, что актуально сейчас, вполне возможно, уже завтра утратит смысл. Слушай, давай немножечко разомнемся. В каком плане? Давай, ну, бёрпи пойдём. Соглашайся, а потом увидишь. Да. В общем, блиц у нас есть. Давай. Традиционный. Задаем быстро вопросы, ты на них быстро отвечаешь, вообще не задумываясь. Давай. Окей? Нет. Ну, договорились. От какой ноты ты бы избавилась? От си. Как убежать от быстрой собаки? Быстро. На прокат велика или целый день смотреть телек? Велик. Постельный клоп или ржавый робокоп? Что? Заплатить налоги или податься в йоги? Уехать в Индию. Тетка или каштанка? Чехов. Намочить манту или сесть в тюрьму? Боже, снова уехать в Индию. Вести блог или лишиться уха, как Ван Гог? Вести блог и видео записать, как ты отрезаешь себе ухо. Ночь на Фиджи или сын по имени Луиджи? Ночь на Фиджи. И напоследок... А потом и сын Луиджи. Да. Как пойдет. Да. Как ты закончишь этот блиц? Что значит так закончу? Ну вот так-то ответь что-нибудь. Как ты закончил? Танцем, песней, криком. Я не хочу заканчивать этот блиц. Давай продолжим. От какой ноты ты бы избавилась? Ну раз уж мы про ноты начали, вот помимо Африки, что тебя еще вдохновляет? Есть какие-то ритуалы, что ты вот прям должна выпить чашечку кофе, какао с чаем, укрыться теплым пледиком? Иногда ночью я беру куриную лапку. Продолжай. Да-да-да. И царапаю ей тексты своих песен. Я люблю заниматься шаманизмом. Из Африки. Вы все мои власти. Я шучу. Сейчас, шутки шутками, а чувствуешь, как ты руки уже как не свои. Да? Шутки шутками, а зачем ты волос вырвала у меня из головы? В общем, не понимаю, ты чего сделала, Регин. На самом деле, я, кроме путешествий, очень люблю заниматься музыкой. И мне нравится создавать одежду еще. О, мы поговорим об этом обязательно. А пока у нас руки вверх, когда мы были молодыми. Когда мы были молодыми, друг друга так ценили, мы и так любили. Ты младше на год, а мне 16, и каждый день в тебя готов я был влюбляться. А помнишь, что дом мы с тобою вдвоем, и я тебе включаю самый первый мой альбом. За окном идет дождь, мы с тобой не спим, и ты мне говоришь, что я твой номер один. Один, 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 один
простыми. Уже стемнело, ты в летнем платье, а я хочу скорее попасть в твои объятия. И пусть годы летят, их уже не вернешь, и пусть уже других кумиров любит молодежь. За окном идет дождь, мы с тобой не спим, и ты мне снова шепчешь, ты мой номер один. Давай. Бэк-вокалистка группы «Руки вверх». Кстати, друзья, кто не обращал никогда внимания на концерты и клипы этого коллектива, за Алексеем Потехиным, который бил по синтезатору руками, всегда подпевала Регина Тодоренко, которая у нас сейчас в гостях. Вот вообще в восторге, да, ты от этого клипа? Я в восторге от этого режиссерского хода и вообще подачи. Мне нравится, что артисты достаточно самоироничны и могут позволяют себе делать такое. Как я уже... Боже, нет, я не буду говорить. Говори, говори. Да не заговаривайся. Ну, я не хочу сказать, что... Да нет, я потом поверю. Не хочешь, давай, не говори. Давай. Я не хочу сказать, что... Не намекаю на то, что там Жуков и ребята, которые снялись в этом клипе, они пенсионеры шоу-бизнеса, ни в коем случае. Но они опытные, молодцы, можечки. Что они подали себя именно так. Это хорошо. А ты вот вообще над собой как-то самоиронизируешь? Да, у меня есть альтер-эго, это бабка. Вот это, которая заворачивает лапкой маленькие волосы и шаманит. И которую я изобразила в клипе «Ты мне нужен». Как как раз песня «Ты мне нужен» была написана для девушек, которые сильные, независимые, самодостаточные. Как я понимаю, если у тебя... С котами? Это уже результат. Как я понимаю, если твое альтер-эго — это бабушка, то вся линия твоей одежды обвязанная, да? Так? Нет, слава богу. Просто совпало. Но как раз одежда именно для таких веселых, независимых, активных девушек. Кошатников, короче. Ну перестань. Вязаные в затяжечку. Нет, ну достаточно в меру сексуальную, в меру casual такой. А какая она в меру сексуальная девушка? Да. Как и я. И расстегнула молнию на руке, чтобы увидели фрагмент. Друзья, кто не видит, что происходит, в общем, сейчас Регина от своей кофты отстегнула рукав. Легким движением руки. И положила его на стол, фактически. В общем, так, оказывается, нет, тоже можно. Правда, мы шьем очень прикольную одежду. Мой бренд называется Generation TR. И если вы хотите, мы вас тоже наденем. Мы шьем женскую одежду для тебя. Мы найдем что-нибудь похожее на мужское. Обсудим сейчас. Похоже на мужское, но не мужское. Обожаю платье. Производство у нас в Одессе. Ты же понимаешь, что мы все делаем с юмором. Так, тогда пойдемте обсудим серьезно этот момент. Реклама на телерадиоканале «Страна FM». Была.
мыслей мне не догнать тебя. Ты рядом, ты так близко, но не достать тебя. Ты спрятал, ты похитил сердце мое уже навсегда. Я буду тебе ближе, я научусь летать. Сразу видно, человек любит путешествовать. Увидела, как машинки куда-то едут. И сразу залипла. Это мы про Регину Тодоренко. Я телек увидела, а телек не смотрела лет 5 уже. Приходи чаще. Слушай, я тебе скажу, да, что уже видишь, какие плоские они стали. Да. И ламп внутри нет, вообще все хорошо. Регина Тодоренко у нас в гостях. Валерий Майорова, Кирилл Исаков. Утро на телерадиоканале «Страна FM» продолжается. И ты часто в интервью заявляешь, что ты оптимист по жизни. В принципе, это видно. Не-не-не, ну куда? Да никуда, о чем ты вообще? Я же из Одессы, как я могу быть пессимистом? Никак. Ну вот. Вот, собственно, короткий диалог у нас состоялся. Одесса — это тождественно оптимизм. Это всегда веселье, радость, счастье. Это прекрасно. Вот смотри, оптимист — это человек, который находит хорошее даже в чем-то очень плохом, правильно? Да. Сейчас у нас будет игра. «Не все так плохо» она называется. Mm-hmm. Мы будем тебе давать ситуации, которые, ну, изначально не очень веселые, да, негативные. Mm-hmm. Твоя задача — вот сообщать, как бы, героям этих ситуаций. Радостно, что все да, что все а-ля окей. Ты готова? Ну, давай. Ну, вот, представь, ты сообщаешь друзьям, что их дача сгорела. Радости. Вот так прям будет. Это звучит так, как будто ты ее сожгла и радуешься. Я знаю, что я скажу. Я скажу: ребята, теперь будем праздновать Новый год всегда на моей даче. Да, неплохо. Ты декан факультета, окей, который отчисляет студента и знает, что того вот прямо с порога деканата заберут в армию. Ага. Радостно. Как ты ему это скажешь, что он отчислил? Наконец-то ты станешь мужчиной. Я тебе помогу в этом. Причем это очень двусмысленно. Причем от женщины декана это очень странно звучит. А девушка, которая сообщает своему парню, что им нужно расстаться, потому что ты уходишь к накачанному олигарху. О-о-о, для этого у меня есть песня «Ты мне не нужен, ты мне не нужен». Нормально, чтобы парень под музыку плакал, это важно. Ты начальник автосервиса, сообщаешь клиентам, что ремонт их стареньких «Жигулей» 9-й модели обойдется в 500 000 рублей. Мы сделаем им скидку. Сделаем вам скидочку. И последний. Ты кастинг-директор и сообщаешь девушке, которая ехала 20 суток на перекладных из Владивостока, что она не подходит. О, нет, у меня было такое. Вот такой вот душевный кастинг-директор. Не все они бездушные, друзья. Ну так, наш эфир сейчас продолжает Дима Билан. Давайте слушать и смотреть. Только посмотри на мои запястья. По ним гуляешь ты, а с твоих давно убежал я,
Жаль, ну жаль, от виски сто бит не поют, а стонут. Заждался нас, убеждался не раз, все обиды ведь проходят. Так больно делать, больно, но все обиды я по ветру раздал, а тебя накрывает одна. Да ладно, да ладно. Регин говорит всем своим проблемам, всем каким-то неурядицам и позитив на 100%. Во многих своих интервью ты заявляла, что мысль материальна. Вот что такого ты себе надумала, что хлоп и воплотилось? Я думала, ты сейчас уличишь меня в чем-то страшном, что я делала шибари и всякие экзекуции в Японии. Ты! Что такое шибари? Это связывание разными веревками. И когда мужчин? Всех, женщин и мужчин, вас связывают, подвешивают к потолку большим тросом, начинают капать на вас воск горячий, раскаленный, бить плетками. Как тема-то вошла, твое позитивное мышление. Доброе утро! Кстати говоря, сейчас Регина наверняка съедет и скажет, что она узнала это на съемках «Орла и решки». Я попробовала это на съемках. И только потом предложила с ней. После этого у меня родилась идея альбома. Она там вдохновляет. Он называется «Капающий воск». Нет, он называется «Fire». Огонь. А мы думали, все-таки скутера, да, ты. Fire! Перестань. Он тоже меня вдохновлял. Да? Что ж там за эклектика такая, за композиция? Там половина английских песен, половина русских песен. Четыре песни на чешском, одна на японском. Я... Пушту. Я очень-очень хочу. Это, кстати, моя идея на будущее. Создать альбом такой интернациональный, где будут использованы разные этнические мотивы разных народов мира. И я вот все время хожу и подписываю все на свой диктофон. Разные звучки, разные голоса, разные племенные песни, чтобы потом это использовать в своем новом альбоме. Про разные голоса. Ты сейчас про чехов говоришь? Племена там, что нет? Я просто упустил. Кочевники. Кочевники. Да. Вот ты же не просто певица, исполнитель. Ты же еще
еще и композитор, и автор слов, и работала ты для Баскова, для Софии Ротару, для Полины Гагариной, если я не ошибаюсь. Для Полины Гагариной не работала. Не успела еще? Пока. А готовишь да, что-то? Да, я на самом деле приехала с путешествия своего кругосветного и написала уже более 20 песен. Прям хлоп-хлоп-хлоп. Ох уж эти трансатлантические перелеты, что они творят? Произошло совершенно случайно. Натаха моя играла на гитаре, а я начала напевать всякие разные мелодии. Мы сразу же их обработали с нашим Джо Бравко в студии, сразу же подписали все это. И, ну, как бы ночь не спали, сутки не спали, были на студии. Альбом готов? Следующий альбом готов, ребята, готовимся. Вот это подход, мне кажется, прямо такой завод, музыкальный завод. Ну, я стараюсь, я надеюсь, что скоро эти песни увидит мир в исполнении других. И мы тоже надеемся, артистов. А сейчас прямо у нас «Ёлка» и «Диджей Грув» отпусти. В промежутках туманных созвездий я вновь замечаю огни. Может быть, это старые боги разжигают свои костры. Может быть, это призраки ночи ловят все эти остатки дня. Я хочу это видеть ближе, отпусти меня. Мы вернулись, и все в том же составе. Валерия Майорова, Кирилл Исакова и, конечно же, Регина Тодоренко, да, которая привет. поет, друзья. Танцует. Вместо этого получается тает. Танцует и поет. Поет, танцует, шьет. Да все я делаю. Пишет музыку. Путешествует. Подожди секундочку, у нас не «Давай поженимся» программа, сейчас себя рекламируешь прямо. Не надо, нельзя было, я думала, что ну ладно. Я пою, танцую, готовлю вкусно. А еще, давай творческий номер свой, тогда показывай уже. Чего тянуть? Ну, если серьезно, давайте все-таки про тему песен. Завтра презентация твоего нового, кстати, первого сольного альбома. Поешь всю жизнь. Ты сказала, мне так волнительно стало, я захотела в туалет. Держи себе! Именно там и будет презентация, да? Прошу прощения, мне прям... Знаете, как мне... Соберись. Держи себе! Страшно
осуждение услышать в свой адрес, но... Слушай, да классные песни. Так как я считаю тоже так, что они классные, они веселые, они позитивные, и я уверена, что люди под них будут танцевать и отрываться. А, вот, я думаю, что вам понравится очень, я надеюсь. Завтра будет выход альбома, завтра же выйдет мой клип на песню Fire. Все это можно будет посмотреть на YouTube-канале моем. Заходите, я вас жду. А дорогие вот... мужчины, я хочу обратиться к ним. Про ягодички? Да, конечно. Ну, ребят, я уже смотрю в iTunes предзаказы, можно его сделать. А на обложке, знаете, Регина. Регина. Да нет, нет. Почти в наглиже. На газельке раскрашенной. Очень красиво. Очень красиво. Обложка хотя бы ради нее стоит... А сделать предзаказ. А я знаю, где еще симпатичнее можно увидеть Регину. Она недавно снялась для Максим. Недавно? Это было давно, год назад где-то. Ну, еще не забыли мы. А, я вошла, кстати, в сотню самых сексуальных женщин. Так, кстати, знаешь, так... Так, а кто тебя кто перед тобой прямо идет? А, по-моему, Самбурская. Самбурская, Настасья. Ну, там был 5 голосов, да, у нас с ней разрывчик. Я бы 5 раз проголосовал за тебя. Обратилась бы, я бы по друзьям бы разослал проголосовать. Ничего страшного, я думаю, что это не самое главное в творчестве. А ты знаешь, кто выиграл? А, по-моему, Вера Брежнева, нет? Максим выиграла рейтинг. Максим Барских, самая сексуальная женщина. Что он уже после этого больше даже ничего не сказал. Макс, певица Максим, по версии Максим. Ну, ты думаешь, они родственники? Я поздравляю ее. Я думаю, что это круто. Раз люди выбрали, значит, это хорошо. Я на самом деле очень надеюсь, что так же, как выбрали Максим в Максим, выберут и Регину в Регине. Меня выберут в iTunes. Да, я очень надеюсь, что альбом будет в топах. Я хочу его распространять везде и повсюду. И, короче, я очень жду ваших комментариев. Просто пишите мне, что вам нравится, что вам не нравится, что бы хотелось поправить. У нас не так много времени осталось. Ты, пожалуйста, расскажи вот эту историю красивую, компактненько, о том, что этот альбом — это часть твоей жизни, которую ты вот прям пережила и через себя пропустила. То, что я тебе говорила, да? Да, вне эфира. Этот альбом, ну, для каждого, наверное, артиста, альбом новый — это что-то новое в его жизни, новое веяние, новая волна, новый этап. Для меня этот альбом — это то, что я проделала уже за 26 лет. Это то, что осталось за моими плечами, это весь мой опыт, мудрость вся моя. Ну, я вложила в него туда всю себя, весь свой позитив. Все свои недосыпы, перелеты. Все свои недосыпы и недостатки, возможно. Он будет достаточно разным. Я уверена, что люди почувствуют манеру разного исполнения. Английский очень отличается от русского языка, понятное дело. Да, ты знаешь, на самом деле, с тобой можно говорить часами. Простите. Поэтому приходи к нам обязательно еще раз. Мы всегда тебе рады. Уже обсудим альбом прямо вот от и до. Кругосветочка, да, и кругосветочка. Ну а сейчас, друзья, наш эфир продолжает, естественно, песня Регины Тодоренко. Ты мне не нужен. Ну а мы с вами прощаемся. Большое спасибо, Валерия Майорова, Регина Тодоренко, Кирилл Исаков. Пока-пока. Счастливо. Днями, ночами мы ходим кругами. Ты, сори, а я бы так хотела уйти. Губы кусала, я себя измотала и расслабилась, малась от избытка любви. А тебе плачет осень, а тебе наплевать на друга. Прошу тебя очень, уходи в скором времени. Ты мне не нужен, ты мне не нужен, ты мне не нужен. Тебя очень, уходи в скором времени.
Yeah.